7 дней в Каркаролинском доме отдыха «Медик» находятся так называемые трудные дети со всей области. Для 50 подростков бесплатный отдых стал возможным благодаря инициативе акима области. С детьми встретилась Аймторе Абдина. Казахстан, ты страна мечты, Казахстан, все любят тебя, а ты дальше живи. Казахстан, радуй нас, не переставай, любимый Казахстан, славься и процветай. Тимур и Вадим за время отдыха сочинили рэп и исполнили своим друзьям, сорвав бурные овации сверстников. Как говорят инспекторы по делам несовершеннолетних, дети только начали раскрываться творчески, привыкать друг к другу и искренне улыбаться. 7 дней отдыха для ребят – ничтожно короткий срок. Вначале, когда вот сюда приехали в лагерь, они были вот вообще психически неуравновешенные, семье было работать очень тяжело. В день нашего визита ребята презентовали свои проекты по строительству мостов, ремонту старых машин и фантазировали на тему «Техника будущего». Специально для работы с трудными детьми дом отдыха пригласили психолога. Хочу поблагодарить департамент внутренних дел, которые помогли инспекторами. Благодаря их работе мы сегодня видим результаты. Ребята очень поменялись, и им очень нравится здесь. Отдых для проблемных детей ограничится одним сезоном. На следующий год, возможно, его продлят. Как говорят воспитатели, детям не хватает искренних отношений, доброты и любви. В городе они предоставлены сами себе и уличным компаниям. Стало весело, хорошо прям так. Вообще так нравится. Да, друзей много нашел. На второй день снимали очки, кто матерился. А так вообще все здорово тут. Следующий понедельник ребята уже разъедутся по домам. Аймтора Абдина, Арганумер, Артем Ковалев, 5 канал.